После открытия они должны принять более 500 детей. Один из самых крупных садиков, рассчитанный на 240 мест с бассейном, строится в деревне Медвежьи Озера. Несмотря на то, что готовность объекта высокая, порядка 97%, руководитель районной администрации отметил неудовлетворительный темп работ, небольшой прогресс в строительстве за последнюю неделю. 5-го обещали, не сделали. 15-го обещали, не сделали. Сегодня с какое число? 16-е? Не сделали. Что вы врете каждый раз по срокам? Сейчас в садике вовсю идут отделочные работы. Красят стены на третьем этаже, укладывают плитку в бассейне. Практически завершена прокладка всех коммуникаций. Сейчас выкрашиваем, там заканчиваем, будем по помещениям уже определять заказчику закрывать. Дальше второй, первый. Ну, скорее всего, там, ну, не знаю, вот для себя ставим срок, он 20-25 в мясе сделать. Готовность детского сада на 170 мест в Первом Советском переулке на порядок меньше, около 75%. Также на совещании острую проблему озвучила будущая заведующая садиком. На данный момент территории вокруг здания не хватает для комфортного размещения участков для прогулок детей. Можно хорошо вот там поставить больше участков, потому что у нас низина. И если сейчас пойдут эти воды, которые сейчас идут и которые уже страдают, у меня вот эти все участки будут плавать. Это во-первых. Во-вторых, у нас вот это все будет в копоти. Дети будут гулять где? В выхлопных трубах. Сейчас вон я поставил задачу Никите Александровичу, заместителю по строительству. Он разберется вместе с Ириной Витальевной, изменит границу участка и добавит. Потому что там действительно суженное пространство, и это некомфортно будет для детей. Положительно руководитель администрации оценил темп работ по строительству садика в поселке Новый Городок. Его готовность более 86%. В данный момент ведутся отделочные работы, работы по прокладке слаботочных систем, окончание работ по наладке ИТП. Значит, ведутся работы по установке окончания теневых навесов детских групп. Письмо отправили в администрацию. Планируем строительную готовность на 5 апреля. Также на совещании обсудили ход работ в садах, которые строятся за счет средств инвесторов. Так, готовность детского сада в микрорайоне Анечково в Анискинском поселении более 80%.